Дикий случай в соседнем Новосибирске. Там медсестра тащила ребенка, пациента туберкулезной больницы, на кровать за волосы. За волосы же подняла крошку и опустила на постель. Этот поступок тайно засняли взрослые соседки малышки по палате и выложили в сеть. Ролик облетел всю страну. Медсестру отстранили от работы. Пациенты говорят, это не разовый срыв. Еще 5 новостей, коротко далее. Причиной страшного ДТП по дороге на Элиту, где накануне погибла 7-летняя девочка, возможно, стал занос на прямой дороге. В сети появилось видео момента аварии. Машину закрутило перед встречным авто. Полицейские опубликовали запись задержания минусинского бизнесмена Исы Хашиева. Его подозревают в организации убийства местного журналиста Дмитрия Попкова. Его взяли прямо в аэропорту Шереметьево, надели наручники и отправили в отдел. Позже этапировали в Красноярск. По решению суда Хашиев будет под стражей до конца ноября. Напомню, журналиста Тон М. Дмитрия Попкова убили весной 2017 года во дворе частного дома. Это связывают с его профессиональной деятельностью. Жителям Правобережья предлагают решить, каким быть парку Сибсталь. Будущий облик этого приличного по размеру места отдыха жителям нужно определить вместе с представителями общественной организации «Городские реновации». Команда начинает разработку проекта по благоустройству парка. Желающие могут пройти анкетирование. Найдите во ВКонтакте специально созданную страничку парка. Глава города поручил пересмотреть разметку на улице Тельмана. Там после ремонта запретили левые повороты во дворы. Сегодня мэр рассказал, что его страничку буквально взорвали недовольные этим жители Зеленой Рощи. Несмотря на то, что сокращение количества левых поворотов – это один из общепризнанных методов снижения аварийных ситуаций, запрещать их все на немагистральных улицах – это перебор, согласился с горожанами Сергей Еремин. Доброволец, сдай кровь. В субботу волонтерский центр «Доброе дело» проводит донорскую акцию «Капля добра». Кровь можно сдать по адресу Красномосковская, 42. Правда, необходима регистрация. Перейти на ее страничку можно через группу центра во ВКонтакте. Всю подготовку к сдаче здесь медики обеспечат за несколько минут.